Давайте самое основное объясню. Пофигу, как он там решил, типа, он там не хочет общаться, или, типа, что у него там случилось, может, он на что-то на меня обиделся, короче. Похуй, это все, и все его дела. Я спросил, я сейчас объясню за слова, которые он сказал, что у нас с ним общение не получается. Он сказал, что он общается с Димой и общается с Ильей. С Ильей он говорил только по поводу ролика. Один раз. У них переписка просто такая. Одно сообщение. Ну, типа, ну, у них редко они общаются. С Димой также они записывали ролики и иногда созванивались. Мы с ним даже за этот месяц довольно много чего обсуждали. Много о чем говорили. Я не знаю, как он вообще может считать, что мы не общаемся. Я вот просто этого не понимаю, блядь. Я вот вам серьезно говорю. Я не буду вам показывать, типа, Телеграм, но... Ну, мы реально общаемся. Без рофлов говорю, мы реально общались. То есть мы обсуждали, там, я ему писал про машину, я ему писал за здоровье, он меня спрашивал, как я себя чувствую. Я ему писал за стримы, я ему спрашивал про его шоу-матч. Мы общались по поводу шоу-матча, как там, что к чему. Типа, я не знаю. И мне честно, вот честно, мне как человеку, самое больше обидно было... Похуй там, что он говорил, ему похуй на сквад, там и все. Понятное дело, в нашем скваде нет там Литвина, Уджибуды. Мне было реально обидно то, что он сказал, что, типа, мне не нужно сотрудничество. Сотрудничество. Какое, блядь, сотрудничество, я просто не понимаю. Типа, мне похуй даже... Даже что он там говорил по поводу того, что у него было, он уже был стримером. Да вообще похуй, я ему за это вообще не предъявляю. Хотя он сказал там, что у меня было 1500 онлайна, у него было уже 300, он был стример с галочкой. Окей, ну типа, базар. Но ты говоришь на стриме, что у меня было 1500 онлайна, и что мы росли с тобой вместе. Да, буст у нас пошел вместе, но... Сама ситуация, которая была в самом начале нашего знакомства, она выглядела иначе. Ну, то есть, типа... Она выглядела немного иначе. Мужики, она выглядела немного иначе. Вот, 19 число. Average Viewers. Вот, это выглядело немножко по-другому. Average Viewers. 189. И вот мое. 4331 человек. Мой был средний онлайн на тот момент, когда мы с ним познакомились. Не 1500. Не... И похуй, я говорю, я не доебусь до этого. Да, мне бустер тоже дал пинок под зад. Дал какой-то скачок YouTube аудитории. Типа, это вообще не нужно обсуждать. Но зачем такое говорить на стриме? Я просто не понимаю. Блять, мне сгорело с того, что... От сначала он говорит одно... На одних стримах он говорит, да, Вадя красава, Вадя мне помог, пиздец, я там, Вадя охуенный. Потом говорит, бля, мужики, ну я и так уже был стримером, я был в киберспорте, в Фортнайте, у меня было 300 онлайна уже. Вот Мирвана красавчик, блядь. А Вадя, чё Вадя? Мы с ним вместе пушили. И причем, знаете, самое забавное, у меня был здесь в моменте, у меня был отлив аудитории. То есть я наоборот просел. Типа, если мы посмотрим, я тут наоборот просел. У меня было 4300, когда я с ним познакомился, я немножко просел вниз. Понимаете, типа? А у него вот, у него наоборот пошел здесь подъем. Типа, ну о чем? Ну зачем такое говорить? Зачем говорить неправду? Зачем? Я не понимаю. Пиздец, мне так нахуй обидно. Мы не общаемся, блядь. Пизда нахуй. Может, потому что, блядь, в Турцию нахуй приехал, блядь, на ебаный последний день другой отель, блядь. Потому что не мог встать, блядь, сделать какие-то документы, блядь. Что еще? Пизду нахуй, блядь. Не хочу, реально, не хочу нахуй, ни общения, ничего не хочу, блядь. Короче, я ебал, блядь, я реально, я вот послушал, блядь, вот это сотрудничество, блядь, сотрудничество нахуй. Я, блядь... Я нахуй писал, когда, блядь, у него хуёво все было. Он говорит, я хочу выйти с расписания. Я писал, брат, я тебя поддержу во всем. Давай, нахуй, я буду тебе, блядь, собирать, ёбаный. Я тебе буду стримы собирать. Давай, я буду тебе приходить, давай делать контент, нахуй. Пиздец. Я постоянно об этом думал, блядь.
И просто, блядь, на тебе нахуй в конце сотрудничество, ебать. Нахуй мне такое сотрудничество.